Напишите в комментах, кто самый живучий. Мне кажется, рука. Ого, мне взрывом откинуло. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Думыч, Пингвинус, Рома, Кирилл Геймер, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здорово. Всем здрасте. Ребята, вышел очень крутой пак последней части игры Бенди. Если опять кушать, приятного аппетита, у нас очень крутой обзор на NPC. Погнали. Первый у нас Элис Ангел. Пацаны, сразу скажу, они очень жестко мочат, поэтому этот ролик будет не просто обзор, но еще и мочилово жестко. Поэтому досмотрите ролик до конца, в конце мы их еще всех взорвем, как всегда. Так, ну что, я вижу, что жизни у него много, да вы ничего даже не потратили у нее. Представляете, насколько у нее очень много житухи? А не, вот что-то тратится. Надо пацанам помогать. Я помог. Все нормально, пацаны, все четко, успокойтесь. Следующий у нас... Элисон Ангел. О, это уже с ножом. Так, подожди, она меня не убивает, смотрите. Не, она не дамажит. А, не, да, ха-ха, извини, дамажит. Немножечко поддамажила. Она, наверное, дамажит то, кто ее, наверное, трогает. Смотрите, вот я ее не взрываю. Да, тихо, тихо, успокойтесь, мужики. О, у нее, кстати, жизнь, вот, смотрите, быстро тратится. Что-то не дамажит, как-то странно очень. Ну, с одного раза зато выносит. Ну ладно, пацаны, вы, конечно, всадили триллион пуль в нее. Следующий у нас Барлей Фишер. Опа, пошел. Да тоже с одного раза убивает. Это какой-то челепиздрик стрёмный, пацаны. Он очень стрёмный. А чё он ничего не делает? Да вы, пацаны, читеры, вы у него выносите жизни как-то нечестно. А неправда. Ой-ой-ой-ой, меня задамажило. Да он вообще клюпик. Да ладно, ладно, он вам подался. Так, следующий у нас Бист Бенди. О, это уже побольше, мужичок. Ай! Нифига себе он топчет. Так что ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Обстоятельства. Нормально, нормально. Кстати, он очень даже такой, ну, помощнее будет, чем те. И быстрее ходит. Ну, что-то не дамажит. Орет на меня просто. Ого! Ладно, ладно, еще и загрыз. Такая анимация, как будто зубами грызет. Опа, не схватил, еще б чуть-чуть. Кстати, жизни у него не так уж и много. Смотрите, можно легко убежать. Даже ничего не задамажил меня. Так, давайте я возьму что-нибудь помощнее. Ой, хорошо отнял. Он ускорился. Ничего себе! Следующая стадия у него. Психов. А что это с ним? Он там воду барахлит. Да он его пошел 3D. Я пойду за ним. А он сейчас выйдет, пацаны. Вот он. Нашего съел. Видели анимация? Есть. Молодцы, пацаны. Четко. Это был реально крепкий уже пацан. Боин зе Вольф. Ух ты. Давайте посмотрим, как он дамажит. Подождите. Не убивайте его сразу. Ну что вы, как психи. Да это Борька. А, он ничего не... А, он нам ничего не сделает. Он добрый. Мочи. Это было быстро убийство. Следующий у нас Брут и Борис. Бум. Это уже крепкий мужик. Смотрите, какие у него кулачища. Ну пусть он меня ударит. На, просто пробивает голову с одного раза. Нереально много жизни у него. Так, давайте пойдем по ходу. Вообще ничего не отняли. О, следующая стадия психов. Во, хорошо отнял. Еще чуть-чуть. Ай. Есть. У него над головой есть такая штука красная. Наверное, не у всех этот мод скачанный. На худ. И где он? А что он там вообще зашкерился? На говно. Да чего такие психи? Его что, админский пистолет не берет? Ага, значит. Говорю, не убрать. А может, уже мертвый? Ой, извини. Кто там попал под горячую руку, бывает. Так, следующий у нас. Чарли Пайпер. О, с дубиночкой пошел челик. Давай, крыши всех. Тихо, не психуй, все хорошо. Да не убивай.
Да он какой-то слабый, да, пацаны? А, ну с бутылкой хорошо мочит. Один, этот, один удар. Так, щенок, отвали. Так, следующий Эдгар Страйкер. Ой, это уже очень быстрый. Смотрите на его скорость. Ого, кулачищами бьет. Неплохо, кто-то боксер, что ли. А ну при этом его, конечно, вынесли быстро. Хорошо. Следующий у нас гигант Хэнд. А что за гигантская рука? А такое что-то по сюжетке есть такая штука? А, мне кажется, это есть еще. А, смотрите, прям прихлопывает жестко. Ну еще надо попасть. Тяжеловато попадать. Давайте проверим. А, ну да, со два раза убивает. О, оружие мне такое удалось сразу. Все. Неплохо. Хорошо. Гигант Сирчер. Отходите, отходите, буду жестко мочить. Это не, это долго оружие. Не трогай, да он голимый, пацаны, я его убил, он голимый. Ну, я хочу что-то поярче. Сейчас все будет. Инк Бенди, чаптер 1. О, прикольно, без рук? Да вы задрали, пси! Хорошо, хорошо. Инк Бенди, чаптер 2. Да вы издеваетесь, ну пацаны, ну хорошо. А что они такие легкие, что ли? Походу. Или Инк Бенди, чаптер 3. Да ну дайте им пожить хотя бы 10 секунд. Чаптер 4. Они же беспомощные вообще. Да вы, блин, ну что вы делаете? Ну это же новые Бенди. Делаемся по красоте, Дима. Lost One. Это что еще? О, это уже покрепче будет. Этого уже тяжелее убить. Смотрите, прям хорошо лупит. А все, да вы издеваетесь над ними. Ну да. Хорошо. Норман Полк. А ну. Ой. Камерамен. Тогда точно. Мой брат. Только из Бенди. Альтернативная. Это Project Arist вроде, да? Ну да. А, пали. А. Чё, тяжело его убить, пацаны? А, всё? Да не. Он уже сдох. Да вы задрали убийцы этих Бенди. Так, да? Самый... Сэмми Ловренс. Ого, я сальтуху сразу запилил. А чё такой мощный вообще прям? Смотри, чё делает. А, вы его убили, да? Да он больной. Да это вы больные, мне кажется, это реально вас надо лечить. Они слабые. Так, Сэмми Ловренс. Следующая часть. Чаптер 4 вроде. Я завалил, но пожертвовал. Да вы че, а чем вы убиваете таким мощным? Обычным РПГ. Самый Ловренс. Сэмми Ловренс. Сэмми Ловренс. Какой-то это... Ой, ого, он хочет меня замочить. Не-не-не-не-не. То есть он бегает, и такой звук воды у него есть из-под ног. Да что ж такое? Чё, пацаны, тяжело его убить? Не, ну своих, конечно. Опа. Да вы задра опять пушку достал, смотрите. Это вы неадекватно. А вы что делаете? Я буду мстить. Давай. Поехали. Серчер, чаптер 2. Ага. Это лох. Ну я понял. Ладно, лох. Так, Серчер Чаптер 3. Это тоже лох. А, нет, уже нет. А, да. Зачем ты? Это не нус. Хорошо. Так. Словер. А его уже тяжелее убить. Не, ну то, что вы своих убиваете, это уже я понял. Вы молодцы, классно придумали. Ну мы знаем, что мы молодцы, но вообще... Они его сейчас вынесут, смотрите. Он еще проживет 10 секунд. Ну вот и все как. Это Боря. Ну да, тоже добрый. Мойка. Борис. Борис. Борис Лов. Да, Борис, умирай. Так, ребята, ставим всех Бенди и будем сейчас взрывать мощную бомбу. Проверим, кто из них самый живучий. А ну, давай. Потому что я заметил, что реально видно, у кого-то очень много жизни, у кого-то мало. Это прям очень сильно... заметно. Ну вроде показал себя именно вот этот черный. Думаешь? Ну да. Черный черт. Ты что делаешь? Ролей. Так, гусеник, только бомбу я буду сбрасывать.
Да, да. Я то я уже знаю, что так было. Да, уже это. Потому что сейчас мы точно будем наблюдать самых живучих. Так, пацаны, желательно, наверное, отойти вам. Подальше. Может, бессмертие включить, не? Ну, включи нам, да. Давай, реально. Ну, ребята, это, я думаю, будет правильно сделать. Так, неуязвимость всем игрокам. Все. Все. И теперь мы можем это все вблизи наблюдать. Ну что? Напишите в комментах, кто самый живучий. Мне кажется, рука. Ого, мне взрывом откинуло. Но при этом я жив. Мне кажется, никто. А, вот этот вот жив, который почти не убиваем. Вот, Дима, боксер выжил. Все, это самый живучий? Да, его вообще убить нельзя. Это очень классный мод. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!